и всеукраинскому референдуму 91 года мы собрались здесь, возле Десятинной церкви в Киеве. Молодежь, успокойтесь! Наталья Михайловна, что произошло? Скорую вызвали? Вызвали скорую, вызвали полицию.
Я подчеркну, что мы проводим законную, конституционную акцию, уведомление о которой мы подали в полном соответствии с законами Украины. После того, когда на наш митинг напали боевики неонацисты, мы вызвали полицию и вызвали скорую помощь. Потому что одному человеку было вообще очень плохо. Ни полиции, ни скорой помощи мы не видим до сих пор.